Так, мы с Дульсинеей летим дальше. И мы в аэропорту Домодедово. И здесь вот такие у нас машинки. Мы решили их поближе посмотреть. Вот такая выставка старинных машин. Чтобы провести, наверное, время, если надо долго ждать. Вот, ждем регистрацию. Дуся у нас спряталась. Сидим, ждем. Да, к стрижке мне еще надо привыкать. Дуся у нас как заправский путешественник. Дуся, покажись. Ну, покажись. Как заправский путешественник. Ее взяла работника на осмотре. Она ей еще сказала: «Ма!» И не хотела к ней идти. И такая прям вот по-настоящему все. Ну вот так как-то. Из-за всех формальностей нам пришлось приехать пораньше. Так наш заправский путешественник решила подкрепиться. Ну такая деловая. Город Домодедово нам понравился, потому что мы даже полежать здесь можем. Скоро вылетать. И мы посидеть вот так вот, а чуть-чуть размять лапки, пока еще мы не едем. Мама лапки положила, Дуся. Так что мама Дуся сейчас будем делать. Конечно, наше одеяльце здесь с собой, потому что без одеяльца мы не можем. И нам такие бумаги красивые дали. Еще нам сказали, можно лететь. Да не бойся, полежи. Еще ты посидишь у себя. Даже вот не знаю, давать ей успокоительное или не давать. В принципе, она хорошо себя ведет. Наверное, может, не надо давать успокоительное, а может быть и надо. Вот такую нам в Ташкент красивую бумагу дали. Вот здесь то, что нам можно на выпуск. Мы приехали заранее. Поэтому вот так сейчас на раскладных лежим. Ведем. Вот так вот мы уселись. Красивый самолет узбекской авиалинии. Уютно мы вот так вот и едем. Да, Дуся? Здравствуй, Ташкент! Все, я на узбекской земле, не была здесь, наверное, лет 16-17. Все, конечно, изменилось. Я думаю, будет много открытий. Но это моя родина, я здесь родилась. Я очень счастлива буду. Как-то не из-за того, что как-то все думаешь на следующий год, на следующий, в 20-м был ковид. И как-то это задержалось, а в этом году надо. И я здесь. Погода хорошая, градусов 15, я думаю. Так, бежим за нашим такси. Ага. Как все красиво стало. Да.